Смотри. Ready? Готов? Shit. Блять. God damn it. I was a teenage anarchist, looking for revolution. I had the style, I had the ambition, read all the authors, I knew the Russellians. There was a war, but the class war, I was ready to set the world on fire. I was a teenage anarchist, looking for revolution. Из Хермоса Бич, штат Калифорния. Как дела? Ты можешь взять мусорный бак и бросить его в окно машины. И кто-нибудь спросит, ты что делаешь, придурок? Это панк, ребята, ты делаешь, блин, что угодно. И просто говоришь, я панк. Это что-то типа упрямства, безбашенного, граничащего с безумием. Все, что отражает, пошел нахер. Поступаешь с точностью, да наоборот, плюешь на общественность, это панк-рок. Панк-рок предполагает собой никакой ответственности и никаких правил. Я делаю то, что хочу, прямо тебе в лицо. Мы были на Вилтерн за час до social distortion. Бетти, моя жена, звонит мне и говорит, у меня отошли воды, я рожаю. Мне осталось только сказать, боже, я не знаю, что делать. Гордись, ты станешь папой маленькой девочки. И в этот момент все стихло. Некоторые ребята говорили, что это, у тебя тут нет ребенок. С появлением ребенка все изменилось. Ты слышишь это и понимаешь, это все реальность. Вейд, не бей его палкой, пожалуйста. Спасибо. Подростком я ошивался по улицам, был по уши в проблемах. Наши отцы не были там, чувак. Так что нахуй тебе. В панк-культуре нет ничего такого, что помогло бы тебе стать хорошим отцом. Эта фотка была сделана в первый день нашего отдыха на Гавайях. Я выступал в Вашингтоне на мой день рождения. Затем домой прилетел в полночь, разбудил детишек следующим утром. Мы собрали вещи, сели на самолет и полетели на Гавайи. Прилетели, и это был первый день моего отпуска. После отдыха я опять уехал на 3 дня. Но это типа, все возвращается на круги своя, когда возвращается папа. Ты даешь мне куклу Барби, чтобы она со мной была всю дорогу? Не уверен, что она будет в восторге от такой поездки, да и вдруг она сломается в багажнике. Я делаю это уже 20 лет, будучи вокалистом панк-группы. Ремень с шипами. Это реально круто. Не уверен, что они чистые. Я просто нашел эти, короче, ты понял. Ты хочешь, чтобы я дала тебе другую пару? Вообще, у нас скоро альбом выходит. Знаешь, большой тур у нас впереди. Открытие новой школы, я буду в Мёртл-Бич. Вечеринка в день рождения, я буду в Вест-Палм-Бич. Моя годовщина, я буду в Питере. Иногда я буду здесь, а иногда там. Нет, я не могу взять 20 кукол, беру одну. Сначала моя старшая дочь сильно расстраивалась. Я ненавижу, когда ты уезжаешь. Ты знаешь, я сам это не люблю. Сердце разрывается на части. 20 лет почти. Пеннивайз по-прежнему жгут и скоро выпустят новый альбом. Он называется «Причина верить». Ты покидаешь K-Club Show, затем летишь в Японию, оттуда вниз в Австралию. Короче, нужно это все проделать. Это нереально важно, бритва. Все здесь, самое необходимое в пути. Нейтрализующая кислота супер важна, потому что ты жрешь до хрена всякого дерьма. Пеннивайз — один из самых крутых ребят панк-рока.
панк-культуре эти ребята прочно закрепились среди прочих групп моего поколения. Жмешь руки целый день, следует дезинфицировать. Краска для волос. Мечты сбываются. Чтобы люди думали, что мне 20, когда на самом деле я вдвое старше, Pennywise взяли нас на наш первый тур в Австралию. Потом, конечно, Pennywise отожгли в Австралии, большие крутые панки в Австралии, и Блинки, никому неизвестные сзади. Они были для нас чем-то вроде наставников. Триммер, когда у тебя появляются волосы нетрадиционных. Типа кепок, чтобы спрятать седину и лысину. Все должно быть спрятано от посторонних взглядов. Окей, ребята, я готов. У меня есть статус с именами первых двух дочек, но третьей пока нет. И уже, кстати, давно девочки спорят о том, как круче набить имя Кейт. I could make you a rhinoceros. What do you want? Armadillo? No. Unicorn. Unicorn, I don't know. I think those tattoos have kind of gone out of style. You want to be a butterfly? These are all very girly tattoos. You got to remember I am a dude. So. All right, we have to go. We're going to be late for this thing anyways. Okay. Ладно, пока. Люблю вас, девчонки. Ложитесь в кровать. Домашняя работа, ванна, кровать, American Idol, American Idol, American Idol, ванна, кровать. Ага, все понял. Люблю, пока. Я утром сказал ей: «Ну, Кейт, я собираюсь тату набить с твоим именем». Она так заволновалась. Думаю, будь ее воля, она бы показывала это тату на дне хвастовства в школе. Другие девочки хвастаются, не знаю, куклами. Моя дочка обязательно скажет, что ее папа набил тату с ее именем. Вообще, ребята в теме панк-сцены чувствуют себя так же, как я. Раньше, когда мы были моложе, мы считали себя пофигистами и нигилистами. Живи этим днем, живи быстро. Ну, понимаешь, делай, что хочешь, и никаких проблем. Сейчас не думаю, что все ребята рассуждают так же. Прекрасно. Малышка Кейт. Stoked. Мы росли в разное время. Были предоставлены сами себе. Не было человека, на которого я бы равнялся. По идее, это должен был мой отец, который бросил нас так. Никакой поддержки, на которую рассчитывает ребенок. Ни намека на ответственность с его стороны. Я обычно так приветствовал его. Джек Гришем докладывает обстановку, сэр, когда он приходил домой. Мой отец сказал мне однажды, что если я проколю уши, то он персу вырвет к хренам. Мой отец ненавидел меня. Не знаю, что это, но когда думаешь об этом, начинаешь понимать, что ты тот парень, что завязал веревку вокруг шеи, и вот ты уже Уорд Кливер. А Уорд Кливер — гандон. Вам следует вернуться в свою комнату, молодой человек, и надеть чистую рубашку. Я думаю, пора идти обедать, малыш. Ты берешь это с собой? Я помогал, подумал, мой папин грузовик. И слушал песню «Descendants». Отец пошел прогуляться. Песня называлась «Родители». Припев был такой.
Предки, почему вы не заткнетесь? Вы нас реально уже достали. Отец гулял до тех пор, пока она не закончилась. Она не нравилась ему. Я помню, как он вынул кассету и кинул в ведро с водой, которое я мыл машину. Я имею в виду, что панк-рок, в общем, отрицает устои. Все зависит именно от того, что хочешь ты, а хочешь ты трэша и угара. Делаешь то, что запрещают тебе родители. Откуда это нахуй взялось? Как мы отошли от протеста своих родителей и стали сами родителями? И детей, которые в недоумении смотрели на меня, с ним точно что-то не так. Он так странно смотрит на меня. А один парень посмотрел на меня и сказал: «О да, как ты умеешь, ты делаешь смешное лицо, пойдем пугать девчонок». Я родился с тотальным косоглазием. Был вроде парня, которому нравилось пугать детишек своим нестандартным лицом. Понятное дело, это повлияло на меня. С ранних лет я чудил напропалую, чтобы люди не обращали внимания на мои расстройства. И когда я поступил в среднюю школу, начались проблемы. Как раз в это же время произошел музыкальный бум на поп-сцене, изменивший музыку навсегда. Мне было 12 лет тогда, в 1977-м. Очень важное время для меня в музыкальном плане. Так бывает, когда музыка становится частью твоей жизни. Сначала я играл в FIA в 1980-м или 81-м. Панк-рок уже набирал обороты. Прошло 3-4 года. Ты был уже типичным калифорнийским подростком. Но если ты не такой, то тебе лучше стоять в сторонке. Ты лузер. Ну, я решил, окей, я лучше займусь чем-нибудь, что мне по душе. Слава богу, что я взял гитару и начал играть. Я думаю, что тусовка Лос-Анджелеса, ну, здесь было меньше пафоса, чем в Нью-Йорке, ну, или том же Лондоне. Лос-Анджелес вообще веселый город, чувак. Реально большой, беспорядочный город одиноких сердец. Лос-Анджелес больше похож на город брошенных людей, отчаявшихся людей, или брошенных и отчаявшихся сразу. Веская причина для объединения и поделенное ощущение общности, чувство принадлежности. В панк-роке поначалу было не так уж много ребят, поэтому когда ты ехал по улице и видел парня с красными волосами, приезжал к нему и спрашивал: «Хей, ты типа в теме, чувак?» И оглянуться не успеешь, а вы уже братья. Это было круто. Тогда быть панком не круто. Когда ты гулял по улице, прохожие постёбывались, они высмеивали тебя, издевались, поливали дерьмом. Ты не можешь выглядеть так, как член этого общества, если ты не хочешь ему соответствовать. Меня каждый день били из-за зеленых волос. Это был целый клан отбросов. И ты чувствовал, наконец, что занял свое место, и ты спрашивал себя, откуда, блин, все это взялось, и почему я не узнал об этом в прошлом году? Эти ребята примут тебя любым, даже если ты конченый засранец. Но здесь ты получил то, что не мог получить дома, да и нигде больше. Важно найти что-то в жизни, а то будешь чувствовать себя одиноким. Возвращаясь к Хермас Бич, это странное место для детишек вроде нас. Хоть мы и целыми днями тусили на пляже, чистеньком и миленьком, где можно получить, в принципе, все, городишко прогнил насквозь. Ты
огромный военный комплекс вокруг нас. Ты знал, что твоя мама работает на Air Research, а твой отец на спутниковой станции Terwilliger. Обо всем этом ты читал в газетах, что происходило в двух шагах от твоего дома. Яростные атаки на Северный Вьетнам вспыхнули с новой силой. Первые воспоминания нашего поколения о политике. Начинается с отставки президента Никсона. Я покинул пост президента завтра в полночь. Уровень разводов достиг критических размеров 70-х. В итоге разрушенные дома гнут внутри тебя, которые нельзя выплеснуть нигде. Полагалось быть такими ребятами, как Гарри и Оззи, из маленькой счастливой семьи Никсона. Но Вьетнам, Никсон и все, что когда-то пришло, вдруг рухнуло ко всем чертям. Вроде тебе обещали американскую мечту, в результате что? Что делать людям? Вы идете бросать камни в окна или еще чего хуже? Большинство людей решили играть рок, звучащий как будто из огня. Это пороховая бочка, готовая бахнуть, и это случилось. В Лос-Анджелесе большинство влиятельных групп были из самого LA. Но три из самых известных — Black Flag, Circle Jerks и Descendants — выходцы из маленького городка. Ты мог встретить их на улице. That were really subversive. A lot of them had pretty hardcore images on them that were against everything in society that we supposedly hold dear: religion, politics. Я был большим фанатом Black Flag. Помню, как принес домой альбом Jealous Again с желтой обложкой. Это было лучшее, что я когда-либо слышал, особенно голос. У Рона очень выразительный голос. До сегодняшнего дня это самый взрывной, гениальный, необработанный альбом, по-моему. Но все равно, что ты думаешь. Как раз самое оно. Мне плевать, что ты думаешь. Я ощущал это очень сильно. Ну, типа, мне плевать, что ты там думаешь. Слышишь такое от этих ребят вживую особенно? Это просто Я снимал квартиру в местечке под названием Церковь. Она стала чем-то вроде Мекки для тусовки панков из Саус-Бэй, которая возникла в моей комнате. Когда мне было 15, один парень нанял меня и моего друга работать сюда, через дорогу от церкви. Из-за нее я и пошел работать, так как работать мне совсем не хотелось. Это было очень важно для меня, типа как для ребенка, у которого Led Zeppelin живут по соседству. Таким образом, мы создавали новую рок-сцену. Все угорали по полной, можешь себе представить? Вот что отличало панк-сцену от Нью-Йорка, да и от Лондона, так это насилие, конечно, там тоже было, но в Калифорнии было супер насилие. Black Flag завозили меня, я хотел нажраться и что-нибудь раздолбать. Хоть меня это и пугало, но я не должен был облажаться, понимаешь? Все запретное привлекало меня. Я ходил на разных ребят, например, Black Flag, обстановка была очень яростная, ребят били даже за неправильные прически. Причем не просто били, а избивали до смерти. Как будто так и надо, машины скорой помощи постоянно увозили ребят с концертов. Насилие Black Flag должно остановиться. Мы потеряли много друзей. Кто-то умер от передоза, кто-то из-за проблем с психикой. Ты же в курсе, у нас умер басист. И ты постоянно сталкиваешься с этим, так что... Опасность повсюду, и мы знали. Наверное, поэтому большинство наших песен об этом. Проживаешь каждый день как последний в твоей жизни, ведь всякое бывает.
И злость была во всем, и песни говорили со мной. Музыка была громкой, раздражающей и быстрой. Те, кто со мной учили в школе, терпеть не могли это. Они ненавидели меня, а я их, и все прекрасно, просто замечательно. Это было здорово, я получал все, что мне нужно. Думаю, мы собирались изменить мир. Эта хрень потрясла сознание, даже не знаю, как объяснить. Ты можешь сказать ей, возможно, панк-рок никогда не повзрослеет. А он повзрослел. Жалко. Ощущение, что мы вдруг в новом месте очутились, понимаешь? Отцовство. Happy birthday to you. Эй, не будь такой взволнованный, Брайтон. Вот так, любимый, ты можешь сделать это. Ты можешь, да, да. We are not men. We are Devo. E-E-V-O. Трудно быть одновременно панк-кумиром и примерным отцом. Невозможно. Когда мы с женой решили завести ребенка, то первым делом договорились, что ничего не будем менять в нашей жизни. Мы будем весело проводить время, наш ребенок будет жить нашей жизнью. Мы не собирались быть, короче, не собирались ничего менять. Но все существенно изменилось. Я теперь просыпаюсь намного раньше. Я устала. Я знаю, что ты устала. Потому что еще рано. Хочешь пойти вниз и посмотреть телек? Отнесешь меня туда? Отнести тебя туда? Я отнесу тебя туда. Спасибо. Будем ждать, пока тосты приготовятся. Это тебе, дружок. Наркотики и сексуальные извращения. Все это выставляется на показ. Две БДСМщицы на руке. Горничная с кляпом во рту. Я не знаю, как ты объяснишь это 4-летнему. Никогда. 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 Один кусочек. Никогда, никогда. Ты никогда не получишь ни кусочка. Я считаю, что когда ты в группе, ты остаешься подростком на всю жизнь. Самое прикольное, с чем я столкнулся в жизни, это ожидание людей, что я хуёвый папаша.
Я играю в группе, в панк-группе. И люди видели видео, где мы бегаем голыми, материмся, ну и так далее. Короче, как отец, я пал ниже плинтуса. Ниже некуда просто. А все потому, что я играю в панк-группе, и люди думают, что я веду себя так по жизни. Типа алкаш. Образование три класса, куряга и вор. Мой сын Киган. Ему почти 8. Это Спенсер, ему 10. Привет. И Кэдди, ей 9 месяцев. О, нет! Скейтеров причисляют к панк-движению. Ты занимаешься чем-то крутым, это отрицает поп-культура. А это лишь подталкивает тебя, я не знаю, синергизм очевидно. Так что большинство скейтеров причисляют к панк-року. Буду прямо за тобой. Я думал, когда ты ехал так, думал, ты хотел сделать фейки. Колеса на автобусе круглые-круглые, круглые-круглые, круглые-круглые. Колеса на автобусе крутятся по кругу, через город. Я вырос в семье, где крика было хоть отбавляй. Народ орет и бесится, но я чувствую себя как дома в этом хаосе. В то время как моих товарищей все это раздражает. И я был вынужден упорно работать над собой, чтобы научиться управлять гневом. Всю злость я стараюсь оставлять для сцены. У меня есть маленькая дочь и сын, который родился сразу, как я вернулся из тура. Блин! Не плачь, с тобой все хорошо. Ну все хорошо, ты у меня на руках. Я знаю, с тобой все хорошо. Это правда больно. Ты улыбаешься? Да, все папы неуклюжие. Ты слышала, как я кричал на кота? Выпрыгнул через ограду, маленький говнюк, блядь. Ой, то есть блин. Как-то я ехал вместе с сыном и его другом. Ребята сидели на задних сиденьях. Джек повернулся к другу и сказал: «Ты знаешь плохие слова?» «В смысле?» — спросил друг. Джек продолжал: «Ну такие, как говно, хуйня, ебучий, и пошел нахуй, заткнись. Но ты не должен их говорить». Я только улыбнулся. «О да, это мой пацан. Все нормально». «Да хватит». Ни в голову не приходило, что надо вести себя как отец, что надо покупать лайт-версии моих альбомов в машину. Мда, чушь. Есть слова, которые мы не разрешаем ей употреблять. Безусловно, она все равно их будет произносить в дальнейшем, но все равно можно же попробовать что-то исправить. Я не знаю, вот попробуй пальцем заткнуть дамбу. Как я могу утаить слово на букву «Х»? Так, переходим дорогу. Подожди, разве мы не должны доехать до угла? Да нет, мы пойдем прямо. Учить детей как следует поступать правильно невероятно сложно. Эй, Брайтон, что я сказал? Так, Кэти, ты знаешь, как тормозить? Ага, хорошо, это очень важно. Брайтон Роуз. Что это вообще такое? Я что сказал? Движемся по диагонали. I
Я не хочу быть одним из тех ребят, которые поливают из шланга бегущих детей и орут: «А ну валите из моего двора!» Ни за что. Фальшивый ремень безопасности. Типа пристегнулся. Как насчет этого? Розового? Я не вижу его. А это с прикольными сердечками и черепушками, а? Посмотри, эй. Едем на Вене. Холодно. Послушай-ка вот это. О, я пукнул. Блин, теперь здесь реально воняет. Не слабо вышло. О, она ходит в частную школу, хойте-тойте. Ты можешь спрыгнуть? Давай. Мы как-то зависали с родителями и ее друзей, знаешь, они довольно милые. Но, блин, это было так скучно. Вообще. Эй, чувак, подожди. Что, правда, это твоя история? То есть ты мне это хотел сказать? Вау. Вау, вот эта история. Молодец. Доброе утро. До скорого. Одно время я ходил в школу, чтобы помогать там с чем-то. Я поднялся в здание и совсем забыл, что на мне была футболка с надписью «Нахуй полицию». Совсем без мозгов, парень. Неловкая ситуация. Определенно это смотрелось так. Что ты делаешь, папа? Ты в главном здании школы и в рубашке с матами? Помню одно время, когда я ходила на балет в 12 или 13, мы вошли в класс, а одна девочка решила спуститься в душ или еще куда-то, и вдруг она вернулась и шепчет испуганно: «Элизабет, Элизабет, там какой-то странный парень в холле». Все выглянули наружу и увидели папу. По-моему, у него был тогда магаф или что-то такое, кожаные штаны и все такое. «О боже, все хорошо, оставайся здесь». Тогда я посмотрела и сказала: «А, блядь, это мой папа». Иногда ты думаешь об этом, типа, бля, нужно ли было тату на лбу бить? Парк. Лучше сейчас сюда сходить, пока они не закрылись. Но рассуждаешь так не более 2 секунд. Если уж по чесноку, я тот, кто я есть. И я надеюсь, что воспитаю сына, который будет уважать людей по достоинству, а не за их внешние данные. А это работает, пока я живу тут, в Сан-Франциско. Так что здесь ты будешь угорать голым, пока кто-нибудь тебя не спалит. Я имею в виду, меня палят. Но я вполне уверен, что здесь есть намного больше непредубежденных людей. Это не как маленький рок-Арканзас сейчас. Эй, народ, хотите узнать, как очистить парк от посторонних? Да, звучит интригующе. Приведите панка и включите камеру. Да, взять панка и камеру. Теперь вся площадка наша. Дай пять, дай пять. Так, пошли с горки кататься. Выглядеть так и пытаться растить ребенка. Трудновато, конечно. Ты же не собираешься делать то, что будет препятствовать нормальному развитию ребенка. Потому что сейчас самое важное в жизни — это мой ребенок. Я не из тех, кто думает о последствиях, типа, а что будет, а должен ли я, можно ли так и так далее. Я из тех, кто беспокоится сейчас, в данный момент. И если я могу быть примерным семьянином, то и гребаным учителем вполне смогу. Ты знаешь, что я имею в виду, так что... Посмотри, он ест какашки прямо возле тебя. Ну как, пес, вкусно, чувак? Одна женщина сказала мне, что собака плохо воспитана. И это чисто моя вина, ведь я с ней не занимаюсь. В общем, когда он наложит кучку, мы поливаем ее табаско. Я представляю, как мой сосед офигевает, когда видит меня, льющего табаско на собачье дерьмо. Хорошенько поливаем. Иди-ка сюда, попробуй вот это.
Как-то я болтал с дочкой, рассказывал что-то. Она смотрела на меня и была погружена в свои мысли. Знаешь, она не слушала меня больше, но типа, «О, да, разумеется, папа». И я говорю ей, «Не смотри на меня так». Это я придумал этот взгляд. Если вы хотите попросить песню Pennywise, вы должны добавить ёбаный в середину в некоторых местах. Будет каждый ёбаный день. Или жить этим ёбаным днём. Ёбаный мирный день. Ёбаный мирный день. Моя ёбаная страна. Мой ёбаный образ жизни. Мой ёбаный образ жизни. Так будет охуенно. Ты хочешь ёбаную фотку? Пенни ебать их в рот, Вайс. А Эмма корчит мне рожи. Эмма, это мое последнее предупреждение, дорогая. Ты остаешься дома сразу, как вернешься от Эллисон. Но ты являешься примером послушного гражданина для своих деток. И учишь их, как нужно себя вести. Но в то же время ты понимаешь, что совсем не такой. Нахуй всех! Сначала, конечно, я ей многое позволял, но сейчас я воспитываю ее, серьезно. Я никогда не бью ее, не шлепаю, могу только ущипнуть. Хочешь вот это? Хочешь это? Нет. Я только ущипну ее за руку немного, а она уже... Поэтому у меня духа не хватает ударить ее по руке или по попе, но я рассчитываю на то, что если ущипну, она поймет за что. Типа того. Готово? Эй, я же выключил его. Так, я выключу, ладно? Нет. Ты же знаешь ее, так? Ну, не всю. Ой, то, что знаешь. Я ее не знаю совсем. Ну, ты знаешь, как она звучит. Ладно, я начну. I think I'm at the edge, but I could be wrong. Now I'm standing on the. Это все, что я знаю. Это все, что ты знаешь. Мы засунем все это в микроволновку. Но мы не засовываем это в микроволновку. Я никогда не плавил ореховое масло в микроволновке. А что если взрыв? Ты напугал меня. Я могу делать все, что захочу. По-моему, мама и папа устанавливают правила. Вроде так, да? Я буду устанавливать свои правила в кукольных домиках. В кукольных домиках? Хорошо. Во всех кукольных домиках. И сколько их у тебя? Ты магнат кукольных домиков? Любите друг друга. Увидимся в следующий раз. Мир! Накрываем на стол. Рон, покажи нам место, где ты живешь, пожалуйста. Ты имеешь в виду конкретное место, типа, где я сплю? А, ну окей, короче, это моя комната. Она разделена, типа, на две части, да? Я задолжал газовой компании, поэтому не могу снять дом. Я еще должен заплатить за свет и за телефон. Поэтому я не могу снимать дом под своим именем. Теперь я могу жить только в этом сраном бараке за $16 в месяц. Думаю, то, что сейчас происходит со мной, это заметно. Я стал немного больше походить на отца, чем я когда-либо думал. Давайте зайдем.
О нет, о нет? Что это значит, о нет? Это офигенный альбом. Подозреваю, у них есть первый альбом Блонди. Я возьму этот, Dirty Deeds, потому что тут есть одна из лучших песен на ACDC. Моя любимая тоже, Right On. Ой, Rocker, все это. Хорошо, возьмем это. А здесь твой папа записан. Она была выпущена в Hermes Beach, где мы типа жили, выживали, скажем так. Так что такие дела. Я и Джессика искали в Википедии про тебя и нашли. Дофига всего. Весело. В 1980-м Рон Рейс ушел из Black Flag во время выступления в Флитвуде. Он сказал, что сцена стала слишком жесткой для него. Когда у меня с Ди появились дети, мы решили не изменить привычкам, типа тусоваться, ходить на гиги, но расслабляться. А потом, возвращаясь домой, кормить и менять пеленки детям. Но у нас не получалось. Да благословит Бог тех ребят, у которых все получилось, но для нас это был не вариант. Я не знаю, было ли это осознанно, то есть мы не сидели, не рассуждали, типа все с панк-роком покончено, но определенно было смещение приоритетов жизненных. Теперь это стало типа, ну ты понимаешь, я должен платить за пеленки. Вот у тебя есть дети, и ты понимаешь, что им нужно менять пеленки. Их нужно водить к доктору, у тебя должна быть медицинская страховка, дом, в котором вы будете жить, ты должен покупать им одежду. И вдруг эта система, против которой ты борешься или пытаешься изменить, ты становишься ее частью. Все, кто имел высокие представления обо всем этом, переживают кризис, потому что теперь они накрывают на стол, заботятся о близких. Никто не создавал Pennywise ради денег, никто не создавал Rancid ради денег. И мы не собирались играть в Vandals для того, чтобы зарабатывать деньги. Хобби плавно перетекало в работу или средства заработка. Мы рабочий класс панк-рока, и это не значит, что у нас есть личный самолет или ребята, которые делают все за нас. Ты реально думаешь, что можно заработать на рок-музыке? Ну или ты сколотишь себе состояние, чтобы потом растить счастливую семью? В том случае, если рок не для диких, безумных людей, в каждом городе есть кто-то с детьми, кто вообще не заморачивается, не платит по счетам, сидит на наркотиках, а потом умирает в 34-35. Вся наша жизнь проходит на сцене, я не думаю, что мы начали играть панк-рок, чтобы сделать себе карьеру. Продумав все нюансы с карьерной лестницей и планируем выходы на пенсию. Это самое забавное в панк-сцене, потому что я частенько внушаю себе, что Pennywise, Bad Religion и Nofx, группы, которые существуют уже 20-25 лет, не было грандиозного скачка или провала за их карьеру. Все постоянно. Разве такой бизнес возможен? Да, это убьет всех тогда, чувак. Как думаешь, как долго ты можешь делать это? Поддерживать детей и семью? Я имею в виду, если ты рассчитываешь на серьезные продажи твоих записей, то все пропало, чувак, сейчас. То есть мы не могли заработать денег на продаже наших записей. Долгое время мы записывались на независимом лейбле. Кроме последнего альбома, это говорит о том, что нигде не было нужных для нас условий. Хай всем, это Флетчер из Pennywise. Ну что, новый альбом? Он уже как две недели на MySpace, да? Такое событие в истории Pennywise. Все супер, ребята? Мы на Epitaph уже 16 лет. Возможно, это самый крутой независимый лейбл. Мы стали как одна семья. Об Epitaph нельзя сказать ничего плохого. Но в последние годы кое-что изменилось в музыкальной индустрии. Люди перестали покупать диски, одежду из одноименных магазинов. Поэтому мы тоже решили измениться. Я никогда не винил их за это. Думаю, группа вообще сложно зарабатывать музыкой себе на жизнь.
Группа вынуждена крутиться по жизни, чтобы заработать. Я читал кое-что, потом долго думал об этом. Вещи являются собственностью огромной мультинациональной корпорации. Наверное, это самые гадкие слова, которые только можно себе представить в панк-культуре. А на следующий день я пошел на встречу, вошел в вестибюль, и волосы на спине встали дыбом. Я выдохнул: «О боже, я в монстре!» Я стоял в вестибюле этого монстра, и эти новости Fox на стене. Все в этом мире должно выглядеть как бренд. Вестибюль частенько называют это место «бульварная перчинка». Также называю его храмом комодификации субкультур, потому что здесь все субкультуры собраны вместе. Например, здесь ты можешь приобрести детскую футболку Sex Pistols, анархо-браслеты, готические украшения, символика Тима Бёртона, Slipknot, серфер, да все, блин. Здесь все друзья, здесь все дешево. Короче, это корпоративная культура, поедает все, что существует. Сделка с Pennywise. Мы работали с ними, чтобы их альбом вышел без проблем. Нашли им спонсора, чтобы быть уверенными в том, что им заплатят за их творчество. А теперь что? Что было объявлено перед уходом? Мы думали, это будет реально крутой камбэк для фэнов. Мы полагали, если мы не продадим ни одного диска, у нас будет всего лишь несколько новых фанов. Некоторые сравнивают цифровую революцию или интернет-революцию с индустриальной, но это, по-моему, значительнее, чем та. Магазинчики больше не нужны, маленькие блестящие диски, грузовики с товаром, склады. Да, я думаю, и записывающие компании тоже. Думаю, по некоторой причине рок-музыкантов оценивают слишком строго, как никого в нашем обществе. Не знаю, почему так. Что-то не так сделал, они говорят уже, что ты продался и так далее. Или ты продаешь MP3 по 99 центов, а они думают, что ты дерешь с них бабки. Однако у них нет таких мыслей. Когда они покупают кофе в Starbucks за 3,99 баксов, а это даже не продукт свободной торговли. Давайте эксплуатировать всех как рабов в Никарагуа. Понимаешь, о чем я? Не пойду туда и залпом выпьют, а затем они заправляют машины бензином Shell Oil. А теперь они помешаны на группах, чтобы они стали частью, например, рекламной кампании Nike, чтобы их музыка играла в рекламе, чтобы они носили чертов этот Nike. Забудь панк, просто спроси себя, как можно одновременно вести себя этично в этом мире и обеспечивать себе на жизнь, зарабатывать себе на жизнь. Нужно зарабатывать деньги и содержать семью. А также бывать дома, все это требует немалых жертв. А жена и муж стараются сохранять равновесие. За что мы платим? Что это за чеки? P.A. Close, ежегодник, планировщик. PTI в Чинстере за фонд P.A. Close? Разве я ее покупал? Знаешь что? Pennywise, чтобы жить, вынуждены работать. И их работа заключается в том, что они выступают на сцене и развлекают тех, кто платит деньги за их шоу. Они просто научились быть крутыми во время шоу. Вот и все. Ты знаешь, как это играть музыку? Сейчас, возможно, вы заметили, что группы, у которых раз в год тур, приезжают домой раз в год. К сожалению, сегодня вечером я уеду. Но я хочу, чтобы ты вела себя хорошо, окей? Пристегнись. Давайте, пока я буду в отъезде, слушайтесь маму и не расстраивайте ее.
Говорю, у вас хороший тур, то и настрой в порядке. Я люблю Пеннивайз и все, что с ним связано. Музыка, агрессия на сцене. Пеннивайз больные, Пеннивайз крутые. Я типа обычно отбиваю так, как положено солисту. Я все это люблю. И это, в общем, обезбашенная, энергичная панк-группа. Напряжение на пределе, когда ребята жгут на сцене. Типа есть Black Flag, есть, знаете ли, много хороших групп. Но Пеннивайз будут всегда. Всегда в верхних топах за весь период панк-рока. Сейчас я счастлив от жизни. Я понимаю, что мы хотим играть музыку и сделать что-то для наших фенов. И думаю, что мы все еще играем хорошую музыку и парим наших фенов всем тем, что с нами связано. Мы уже давно занимаемся этим, и я стал понемногу задумываться об этом. Как долго они будут на сцене? Все зависит от настроения и работы группы. И я думаю, нет причины, по которой ребята еще лет 10-20 не поугарают. Ну что, я сейчас в моем номере в гостинице. Австрия, Италия, Гамбург, Милан, Сардиния, Ландау, Германия. 8 утра. Лечу назад в Милан. Голос сорван. Как обычно. Чувство подростков представляет собой реальную ценность для живых концертов. Это нечто такое, частью чего они сами являются, что происходит только здесь и сейчас, в данный момент, потом такого не будет. Так что подростки — главные ребята. Это одно из тех мест, где артисты могут заработать. Типа главнейшее место на земле для большинства групп. Туры для людей, которые в свои 20 делают что угодно. Туры в моем возрасте очень тяжелая работа. Я не в такой группе, которая на уровне таких, где комфорт их сопровождает всегда. Группы стареют, знаешь. И фраза типа «Не, ребят, это не для меня, мне нужен отель». Они заслужили это. Можно в отель попробовать свалить. О, да? Что за отель? Экона Лодж. Экона Лодж? Every day convince myself of everything I can and can't believe. Abused, confused. Every day you get a little bit older and everything gets hard, you wonder why. Afraid, deranged. Hold on to your promise, you can use it for a crush. Неважно, что это за группа. Неважно все, тот и там, все играют на одних и тех же фестивалях, у всех примерно одинаковые команды, расписание полетов, хреновая еда в отелях, та же фигня с отелями. Так, посмотрим, что у нас здесь. Это куриный сэндвич, но на хлебушке типа перец гвоздичный.
the hell is this? Черт, что это? Нет, ты глянь. Мне прям интересно, типа, что это? Я даже не знаю. Похож на огромную отбивную. Я не знаю, что делать. Тут у нас место, где спят. Обычно, когда мы едем, 10-12 ребят спят тут сразу. Ну и пахнет здесь соответствующее. Букетом из жоп, пердежа и ног. Ну и... ноткой немытых яиц тоже. Я не знаю, где он бывает. Я не знаю, где он сейчас. Думаю, он ездит в разные места. Да, однажды он ездил в Техас. Оставайтесь в автобусе. Сейчас я начинаю осознавать, что не могу больше так продолжать. Я не хочу продать группу при первой возможности. Я просто хочу играть для фанатов. Я не хочу обманывать. Я не хочу делать те вещи, которые люди воспринимают как раскрутку группы. Блин, вот фигня. Да, охуенно здесь. Так бывает с большинством ребят. Ты на сцене полон сарказма. Эй, Чикаго, как дела? Кто факт покажет? Что будете делать сегодня? Как вы? А потом ты типа, я хер. Это просто, я не вещь, понимаешь? Я просто здесь. Ставка Милуоки, где был Чикаго. О, круто было здесь сегодня вечером. Я это уже говорил? Я просто честен, потому что многие ребята вам этого не скажут. Они скажут, не, на шоу было просто круто, отожгли. Зачем откровенничать? У них и так геморроя хватает. Их человеческая сущность исчезает. Они вынуждены были выпить пинту виски, чтобы войти в образ для шоу. Хуевые фрики, понимаешь? Или они похожи на меня, они в эмбиенте, и у них волосы подкрашены. В Японии меня мутило после бурной ночи, потому что все хотели тусануть со мной. Мне стало плохо в фургоне. Я подумал, о боже, меня мутит, чувак. Ну и типа я такой, я сейчас блевану, парень. Ребята открыли эту ебаную дверь, и парень держал меня. Высунув наружу, я как блеванул на дорогу. Я видел однажды, как Флетчер рыгнул в толпу. Это было круто. Такой крутой. Струина летит изо рта, чувак. И вспышки, типа фотки его обезбашенности. Поток изо рта, гитара в руке, вообще чувак. Да, он артист, блюющий артист. Когда я в туре, я пьяный каждый день. Правда, я не буду играть трезвым. Я не из тех ребят, которые выпьют там пару чуть-чуть перед шоу. Я же выпью 4 стопки, да закинусь валиумом, возможно. Так, давайте по существу. Майкл Джексон, вау, он пишет классные песни, но он ебал детишек, так нахуй его. Это песня для Майкла Джексона, потому что это было фактически темой песни Neverland. Погнали, она называется Fuck the Kids. Для меня любой парень с улицы – актер. В том смысле, что ты заставляешь думать их, что эта песня – это ебаная ненависть. Ты ненавидишь то, о чем играешь. Ты даже слушать не можешь это. Но ты играешь это. А этот парень считает, что весь мир принадлежит им. Он верит тебе, поющему прямо рядом.
Для него это одна ночь, а для тебя 900-я. Ты смотришь на часы, что там? Я потерял 3 дня. Меня зовут Рэнди, в руке держу я бренди. Смотри, как я могу, с ноги еще ебану. Если ты в туре со своей группой, мелкие пакости в дороге вызывают смех всегда. Меня зовут Рэнди, я вылитый Джим Фокс. Дай скажу, спроси, что я люблю. Люблю я белый кокс. Ага, теперь я. Меня зовут Флетчер, и я огромный тип. Я не могу найти свой пенис, но могу найти пожрать. Другие ребята, особенно Флетчер, он хочет, чтобы все оставалось как есть навсегда. По крайней мере, у меня нет геморроя, и я не выбегаю из ванны и пишу, типа, «О боже, те надстройки красненькая, вы не хотите посмотреть, что там произошло?» По крайней мере, я не ссу в умывальник. Эй, а умывальник же высоко. Флетчер ссыт в умывальник. Умывальник высоко, а что скажешь? Ага, вот так, блядь. Я опять в говно ужрался, вот, блядь. Пару ребят из группы бездетны. И понятное дело, они хотят продолжать. Они хотят выйти и беситься, тусоваться каждую ночь, играть концерты. Это, конечно, очень здорово, обалденно, если у тебя нет детей. То и думать не о чем. Когда ты Джимми из Пеннивайз, и ты заводишь толпу от 1500 до 5000 ребят, где-нибудь не в государстве, стране или мире, найдется пара ребят, которые считают, что ты не изменишь своему делу. Это будет продолжаться до тех пор, пока ты вокалист. Типа, ты не можешь сказать, о, да, чувак, понимаешь, без Джимми, да все круто. Никто не может заменить вокалиста, знаешь, так не бывает. Эта группа была создана на ебаном заднем дворе с ебаным Бадвайзером. И мы никогда не остановимся. Пока мне не нужна пересадка печени, и я дальше буду охуенно замедляться на где-то пару недель. Вокалисты в панк-роке должны быть по-черному. И как мы справляемся? Это то, кем они хотят, чтобы вы были. Они хотят, чтобы вы были трагическим персонажем. Типа Дерби Крэша или Сида Вишеза. Сидеть на героине или бухать жестко. Играть совершенно обдолбанным, разбивать бутылки об бошки. Кто хочет так? Да ты умрешь лет в 30. Это типа ты пишешь песню 18, мне срать на этот мир, я умру молодым. А потом ты стареешь и умирать уже не хочется. Подкрасим бородку немного. Посидела, не хочу расстраивать детишек. Чтобы они думали, что я старею. Так что немного краски на сидеющую бородку. И я снова молодой. Никому не говори про это. Это наш с тобой секрет. Мы посмотрели программу следующего тура Блинков этим летом, и там было несколько песен, но их убрали. Типа, посмотри на меня, мне 37, и я не пою о мастурбации. Сейчас. Да, иногда ты чувствуешь себя клоном на дне рождения, потому что в данном случае почти то же самое. Ты думаешь про себя, так хорошо здесь, полно детишек, и ты их развлекаешь. Почему бы не сделать надувное животное? То же самое получится. Живешь в темпе, стареешь, потом умираешь. Я не ношу бутсы, не делаю необдуманных поступков, не ломаю и не крушу. Хотя я вел себя так, будучи подростком, не так ли? Поэтому это самое то время, чтобы чудить. Если вести себя так в моем возрасте, да ты террорист просто. Давай играть в «Поймай пеленку над головой», ту грязную пеленку. Кидай мне. Давай, повеселимся. Я ездил много с Nine Inch Nails последние 3 года. Трудно найти золотую середину, но я стараюсь, потому что дело у меня не в проворот. Как думаешь, что там? По большому или по маленькому? Бросай мне, я поймаю. Знаешь, мне все-таки кажется, там по большому. Давай уже, кидай мне. Я не знаю, тяжелое. Оу, ну ты чего, надо было поймать. Это была разминка. Хочешь поиграть в мяч? Ага. Она уже наизнанку вернулась. Это не мяч, это грязная пеленка. Чем старше становится мой сын, тем сложнее с ним. Формируется личность. Я стараюсь быть построже с ним. А он начинает строить из себя маленького. Хотя сейчас не так, ведь у нас появился малыш.
Погнали. Давай, Айги. Звонок поздней ночи, а он грустит, спрашивает, когда ты вернешься домой? Невыносимо все это. Драйв и звук в Nine Inch Nails во время тура. Но я не мог так больше продолжать, но ты понимаешь, о чем я. Покинул группу только поэтому. Потому что я хочу быть больше с семьей. Не, мы не пойдем вниз. Мы посмотрим на это отсюда. Так, мы немножко опоздали, давай прибавим шагу. Так, снимай куртку. Мне нужно в туалет. Сними куртку и сходи в туалет. Мои 5 лет, а я ни разу не праздновал Хэллоуин с ней. Никогда не видел в этот день. Как она наряжается, ходит за сладостями. Вроде бы и мелочь, но грустно, что ты пропускаешь важные моменты в жизни, что ты жертвуешь этим. Что огорчает меня больше всего, так это осознание того, что я хочу быть там. Окей, залезай в машину. Вместо того, чтобы отвезти ребенка в школу, я отыграл несколько концертов в Европе, чего мне не хотелось. Но парни реально хотели, посчитали это очень важным. Надеюсь, мои дети поймут когда-нибудь, что я уехал в тур, чтобы обеспечить их всем. Так, это шариковая ручка. Хорошо, бери ее. Пойдем на улицу, посмотрим, не идет ли Брайтон домой. Уже почти 3, странно, что она еще не пришла. Эй, ребята, ну как первый день в школе? Было весело? Вам понравилось? Замечательно. Готовы все вместе? Раз, два. Еще раз. Раз, два. Эмма, прекрати. Окей, еще раз, два. Привет. Привет, мы не видим тебя. А сейчас папочка. Посмотрите, он здесь. Привет, я поправил это. Где вы находитесь? И Келли была здесь. Мы ходили покупать все к школе. А, вы ходили на школьный базар с моей сестрой. Келли, мы пошли, чтобы забрать заказы. Оу, где ты? Вы там? Тебя видно нас? Я не знаю, неполадки какие-то. У, вернись. Это не совсем то же самое, когда мы тебя видим. Я починю это. Пап, давай поговорим о моем дне. Давай. Давай, как все прошло? Кейт, попробуй стать посередине. Отличные конфетти. Хорошо, начинай. Ладно, пап. Ты хочешь послушать про весь день? Да, расскажи. Пап? Концентрация на работе. Мой отец был агентом по продажам, был вынужден ужинать с клиентами после работы. Поэтому он пропускал бейсбольные матчи. Я никогда не забуду тот день, когда я подавал мяч, и я выбил двойной хиттер, и мы выиграли. После игры мне хотелось увидеть отца, который гордится мной. А он приперся только к концу игры и все пропустил. Я люблю отца, уважаю его работу, но я не могу понять, как ты мог пропустить игру. Типа, это самый важный момент в жизни. Я хотел, чтобы он гордился мной. Я выиграл игру, все поздравляли меня, несмотря на то, сколько времени уже прошло, но оно все равно коробит меня. Не хочу, чтобы так было и с моим ребенком, чтобы не возник вопрос, где ты был. Когда у меня появилась дочка, я реально стал злиться на своего отца. Я не ходил с ним в парк, не ходил на игру. Да мы вообще ничего не делали вместе. Я спрашивал его об этом, на что он отвечал, «Да-да, твоя мама и так заставляла забирать тебя на выходные. Дважды в месяц, я бы и этого не делал». И он был в бассейне в его квартире, только для взрослых. А я внутри сидел, телек смотрел. Я не понимал, почему они позволяют мне мелкому шляться по улицам. Когда я был подростком и возвращался из школы, и когда фонари зажигались, я плелся домой. Но это прилично так, часа 3-4, они понятия не имели, где я шляюсь. Охренеть можно. Они могли оставить нас в парке и сказать, мы придем часа через 2, а вы развлекайтесь здесь. И это нормально. До 10 лет я рос в неполной семье. Только с мамой. Отец бросил нас, когда я был еще совсем маленьким. Был отчим, злоупотребляющий психотропными веществами. Моя мама работала целыми днями, ей было не до меня, и
Она понятия не имела, что я и где я. Я так спросил отца, в чем различие между республиканцами и демократами? И он ответил, мы республиканцы, сынок. Я не знаю, зачем я рассказываю вам это. Я не был счастлив, живя с семьей. Мне все не нравилось. Моя мать фанатичная христианка. Отец деспотичный и нетерпимый. Он разметал все в клочья в моей комнате, сорвал постеры со стен, разломал пластинки, и я убежал из дома. Мои родители развелись, когда мне было 9. В 9 лет я был вынужден стать отцом. Мой папа ушел, когда мне было 4 или 5. Пошел за сигаретами и не вернулся. Мы сводили концы с концами за счет пособий, ели еду на благотворительности, еще вельвета и банки с консервами и прочую дрянь. К нам пришла полиция, которая вызволила нас из дому, потому что в другой части стоял мой отчим с пистолетом и угрожал, что застрелит каждого в этом доме. Это обстоятельство делает меня лучше, и я стараюсь не допускать проявлений, схожих с моим отцом. Я интересовался об отце и о другом человеке, который отказался от своих детей. Я знал, что в мире есть люди, которые недостойны иметь детей, и уже они точно недостойны. Наверное, потому что мои родители ничего не делали, их не было рядом. Я не думаю, что они были сосредоточены лишь на работе. Да им просто было все равно. Ну а я, когда увидел маленькую девочку, понял, как сильно люблю ее. Я хотел быть рядом с ней всегда. Когда она была еще совсем малышкой, я бросил все. Бросил наркотики, перестал пить, перестал курить траву, я весь твой, все для тебя. И даже если я в другой точке мира, и она говорит по телефону скучаю, то я тот час буду там, и... Именно это и должны делать настоящие родители. Наверное, слишком грустно звучит, просто я ощущаю это, в отличие от моих родителей. Это печально, потому что они это никогда не понимали. Отец мой, скажи мне, где ты был? Я просто закрываю глаза. Весь мой мир исчезает. Я помню, что я был милым мальчишкой. Это всех выводило из себя. Я хотел, чтобы мои мама и папа были всегда рядом. Но когда мне было 6, мой отец уехал во Флориду. Он не платил алименты. Отец мой, возьмите меня обратно в день, когда я еще был твоим золотцем, назад, прежде чем ушел. Мне было 10 лет. Делал все, что я мог. Это было нелегко для меня быть испуганным белым мальчишкой в черном районе. Надо мной надругались. Изнасиловали ребята постарше в нашем дворе, когда я жил в доме для малоимущих. Никогда не буду в здравом уме. Я никогда не буду нормальным. Я всегда буду странным внутри. Я всегда буду немного не в себе. Курс терапии, я снова в порядке. Я сталкиваюсь с разными травмами, типа тех, что со мной произошли в детстве. Но теперь я смотрю на них с позиции взрослого, и мне комфортно, как ребенку. Отец мой, скажи мне, как ты спишь? С детьми ты отказался. И я видел, как ты бьешь жену. Когда родилась моя дочь Анна, я помню. Родилась она после полудня. Помню, сидел на диване в нашей квартире и чувствовал тяжесть. Груз давил на меня. Такого никогда не было. Такое ощущение, что слон сидел на моей груди. Не могу объяснить, что это. Я еле сдерживал себя. Теперь я взрослый человек, и у меня ребенок. И я клянусь, я не причиню ей вреда. Я не дам ей боль, которая есть у меня. Папа дал мне имя. Папа дал мне имя. И потом ушел. Папа дал мне имя. И потом ушел.
попадал мне имя, и потом он ушел, и потом он ушел, и потом он ушел. Так, ребят, я собираюсь на улицу потрудиться. Хотите посадить помидоры? Сажать? Ну я. Дарья, не хочешь помочь? Нет? Ну ладно. Пойдем, Ника, вместе сделаем. Понял, как делать? У тебя есть семена? Делаем следующее. Мы должны отобрать те семена, какие будем сажать. Выбрать нужно самые большие. Держи вот эти. Потому что нам нужны те, из которых реально вырастут помидоры. Это сложно вырастить что-нибудь из семечка. Я буду удивлен, если что-нибудь да вырастет. Когда мы с Мэри поженились, мы очень хотели детей. Планировали их. Да и беременность протекала хорошо. Но что-то произошло, и у нее был выкидыш. Я спросил, могу ли я увидеть ребенка? «Принесите мне ребенка». Они завернули ее, позволили мне подержать, сидеть с ней. Я говорил с ней, рассказывал историю, старался не свихнуться. Я все еще вижу малышку, вижу Аннабель, вижу ее личико. Она так похожа на свою маму. Дети нуждаются в тебе. Слепые котятки, а ведь так оно и есть. Знаешь эту песню? Ты обещаешь ребенку, мы будем вместе всегда, сынок. Все будет здорово. Это он, еще малой. Он и брат спят. Ну, всякие штуки, много всего, когда меня не было. Он играл в это. Кеды, которые он носил. Последняя чашка. Это штуковина, когда ему 9 было. Это он. Его первое тату сразу после салона Питерс. Все племянники и брат, и я в том числе, набили такую же. Видишь? Сынок, ты ушел. Не успел даже повеселиться. До свидания. О боже, я в оцепенении. Теперь ты ушел. Мой мальчик ехал вниз по улице, совсем немного, чтобы выехать на автостраду. А тот парень не мог подождать и повернул влево, прямо перед моим сыном. И мой сын, вместо того, чтобы подрезать его, попытался, он развернулся, он не поехал в больницу, вообще ничего. Он попал в самую страшную автокатастрофу, какая бывает раз в 10 лет. Машину на части разорвало, каждая свернутая пополам. Им потребовалось две фуры, чтобы смерть наступила сразу. Все это, блин, непросто. Где был он, сложно было определить. Мой мальчик, я вижу твою улыбку. Могу чувствовать тебя рядом со мной. Мой милый малыш. Я скучаю по играм. Я скучаю по школьным играм. Первое, что мне пришло в голову, когда я узнал, что мой ребенок умер, где справедливость? Мне нужен пистолет. Бегу за пистолетом. Ёбаное самоубийство. Хочу ли я? Не просто все это. Бла-бла-бла. Таков ответ. Мальчику нужна куртка. Чтоб тепло было. Поесть что-нибудь. Понимаешь, о чем я? Нужно догнать его. Я должен найти его перед тем, как он навсегда покинет меня. И все бежал за пистолетом. И был почти счастлив. Ничто не могло остановить меня. Но немного погодя, вспомнил о двух моих мальчишках. Какая я, блядь, задница, я слаб. Все пересмотрел, и вот дерьмо. Я не могу уйти. Понимаешь, не могу. Мы с многим сталкивались.
Но самым ответственным оказалось работа родителям. И кому посчастливилось иметь ребенка, тот знает. Это самое главное, что есть у тебя. Забавно слушать людей, типа консервативных взглядов, с их нравоучениями: «Я принес тебя в этот мир, и я дал тебе жизнь». Я не такой. Это мой ребенок дал мне жизнь, понимаешь? Дал мне шанс. Включаем. Стать настоящим родителем все равно, мама ты или папа, ты обязан, ты меняешься полностью, физически и психологически. Твой внутренний мир. Здесь пару ребят в конце двора. Ребенок в машине, моя лелька. Это Аризона. Перемена, о чем я говорил однажды, произойдет с ребенком, не только с моим, но и с ребятами, которых я видел. Я такой человек, что если ребенок потеряется в аэропорту, я возьму его. Безусловно, напугаю родителей. Типа, где мой ребенок? О нет, тот блондин с тату и пирсингом несет его. Это прикольно. Хотя немного пугает. Но вот если бы они встретили меня с моим ребенком на руках, то поняли бы, что я тоже отец, ведь дети знают, что я отец. Я хочу быть весь предоставлен детям, быть всегда вместе, пока есть возможность. 2-3 дня, а потом... Сложно передать, каково быть родителем. Быть родителем — это неописуемая вещь. Когда ты разговариваешь с людьми, друзьями, у которых пока нет детей, или они на подходе, твой друг в панике, что же будет дальше? И ты, я тебе говорил уже много раз, все круто изменится. И я сейчас повторюсь, и потом еще раз 10 скажу, пока ты это не прочувствуешь, ты не поймешь. Это так. Это как та красная штука из Star Trek, понимаешь? Она просто высасывает все вовнутрь и становится вашим миром. Вот так. Самая крутая вещь на свете. Моя семья на первом месте, несмотря ни на что. И самое крутое в Рэнси то, что у меня и у Мэтта есть дети. Я счастливчик, потому что у меня есть все: семья, друзья, любимое дело, которому я отдаюсь полностью. И ребята, они тоже любят детишек. И это круто, я счастлив. Давай ногу сюда. Спасибо вам огромное, девчонки. У тебя есть определенная цель в жизни, что я сделал, куда я собираюсь. И я думаю, ребята, девчонки, мужчины и женщины, они перестанут одобрять это, как только ты начинаешь, нравится ли мне быть таким, и хочу ли я продолжать в том же духе. То, что я зациклен на этом, указывает на кризис 40, наверное. Так я объяснил группе. Привет, пап. Привет, Кида, что делаешь? Пап, я играю на гитаре каждый день. Тренируешься на своей гитаре? Ага. Каждый день? Ага. Каждый? Да. Да? Замечательно, детка, я горжусь тобой. Loud and clear.
Ты смотришь в окно и думаешь о семье, о взрослеющих детях. И вдруг ты осознаешь, что годы летят все быстрее. Тебе нужно как-то свернуть с этой дороги. Я долго катался по стране, теперь лечу домой из Техаса, чтобы станцевать с девчонками. Но группа пока не в курсе. Я уверен, когда они узнают, что я решил участвовать в этом, обоссутся с этим. Моя средняя дочка никогда не танцевала со мной, всегда одна. Она и старшая хотели потанцевать вместе со мной, и я пойду на танцы и потанцую с обеими сразу. Красавица. Ей нравится, что она со мной, и все мое внимание обращено на нее. В этом году будет так, как она захочет. Love is labor, I'll slave till the end. I won't cross these streets until you hold my hand. Swing life away. Swing life away. Swing life away. Да и пошли все нахер, я хочу, чтобы моя девочка была счастлива. На следующий день я получаю письмо на 5 страниц от группы, где говорится, что я не ценю то, что имею, что я полный мудак, так как не хочу турне, как этого хотят другие. Но в этом году я перетурился, реально. Похоже, как две капли воды даунтауна, в которых я побывал в последние месяцы сумасшествия. Остается лишь добавить, что мы дали 115 концертов в этом году. Я просто чертовски уработался на этих шоу. Мне просто нужна небольшая передышка. Блин, мне нужен Red Bull. И не только поэтому. Если ты рок-звезда большой величины, ты едешь в турне, зарабатываешь миллионы долларов. Ну а если нет, люди знают, что ты не сможешь долго продолжать. У вас списка нет, а у вас нет списка для клуба Nokia? Ну а когда ты нечто среднее, конечно, очень сложно. Фамилия Линдберг. Нет. Тогда посмотрите, Флетчер, Драги, Байрон. Ваша фамилия Линдберг. Имя Джеймс или Джим. Это вы? Да-да. Лос-Анджелес, мы Пеннивайз из Хермоса Бич. Как поживаете? Готовы? Давайте замутим это дерьмо. Вот так, поорите. Мы повидали мир. У нас немало замечательных фанатов, круто провели время вместе. Я здесь, чтобы быть отличным вокалистом и отличным отцом в то же время. И ты начинаешь волноваться, когда и то, и это идет не гладко. Ох, ебать. Оу, спасибо, боже, вы готовы? Я был в местах, где фэны поклоняются тебе, а это очень влияет. И знаете что, я был тщеславен, как никто другой, охрененное ощущение. После ухода из Black Flag Рон уехал в Ванкувер и с тех пор стал работать в магазине. Но знаешь, до сих пор приходишь домой и «Привет, пап!» И в доме полно подростков, которые не уходят. Прям святой для них. Люблю это, круто.
Я вырос здесь, в Хермоса-Бич, учился на Black Flag и Circle Jerks и Descendants. Ты не должен убить сам себя, знаешь. Когда играешь каждую ночь на протяжении многих месяцев, должен выкладываться на полную, но при этом быть счастливым и любить жизнь. У нас есть песня. Но перед тем, как сыграть ее, я хочу пригласить всю группу сюда. Такого, блядь, не будет больше никогда. Сегодня ебать, какой охуенный день. Мы будем играть дальше. Рэнди, тащи свою жопу сюда. Байрон, тащи свою жопу сюда. Не заставляйте меня пинками гнать вас на сцену. Чё? Групповое объятие. Я не знаю, Байрон, иди сюда. Пеннивайз, уёбки, это все для вас. Это ёбаная семья здесь, пидорасы. Это дерьмо не случалось. Я люблю вас, парни. Наверное, это значительная часть для нас самих. Мама барабанщика покинула нас, а потом брат Флетчера. И вы знаете, мы потеряли Джейсона. Мы все мужики. Сложно просто стоять на сцене, не отдав частичку себя людям. В конце каждого концерта Пеннивайз играет песню «Бро Хум» в память о Мэтью Джейсоне. Один из основателей группы, он умер в 1996-м. Спасибо, Лос-Анджелес. Мы Пеннивайз. Увидимся в следующий раз. Вся жизнь наполнена радостями и горестями. Драма, успех, радостные моменты и не очень. Мы все занимаемся чем-нибудь, и это прекрасно. Как раз наступил момент истины. Нужно принять решение. Времени мало. Я собираюсь сказать ребятам, что больше не хочу так. Сумасшедший день. Сегодня я ухожу из Pennywise. Это официально. Я сказал Рэнди и Байрону, только Флетчер не отвечает на мои звонки уже 3 дня. Не хочу торчать здесь, в Питтсбурге. Я пропускаю бейсбол и концерт фортепиано. Не хочу пропустить еще чего-то важное в этой жизни. Мне нужно быть рядом с детьми. Нужно научиться чему-то важному. Не все умею ведь. Сейчас это огромная возможность поэкспериментировать с написанием разной музыки или саундтреков. Но в то же время я не могу пойти на постоянную работу. В пятницу все станет известно. Позвольте мне прочитать следующее. После 19 лет непрерывной карьеры в Pennywise, Джим Линдберг решил покончить с деятельностью ведущего вокалиста группы, а мы желаем удачи Джиму в его новых начинаниях, но здесь написано «на его». Простите, не проходит цензуру. У него семья, и он хочет. Он панк-рок папа. Понятное дело, просто он хочет больше быть отцом. Вы сказали это? Я имею в виду, мы уважаем его намерение проводить больше времени с семьей. Он не хочет в тур. Ты не хочешь рисковать своими детьми и собой. Ты можешь рисковать собой, но не детьми. Все на индивидуальном уровне, насколько ты ценишь близких людей. Я устал смотреть на свою жизнь, как на ёбаный боевик. Хреновая версия сумеречной зоны. Я забочусь о ребенке так,
как я хотел бы, чтобы обо мне заботились. Думаю, так все поступают. Кто-то сказал мне однажды, я хочу, чтобы ты был моим отцом. Но я тоже... Я бы сам бы хотел быть моим отцом. Знаю, есть детки, видящие счастливые семьи, будучи брошенными и ненужными. А ты приспосабливаешь их к злобе. Ты учишь не обращать на злость внимания. Находить что-то позитивное. Меняешь негатив на позитив. Позитив должен быть превыше всего. Это уже новый уровень в панк-культуре. Что-то совершенно другое, новое. Я чувствую, что мир лучше здесь, в маленьком обществе. Мы могли бы сделать этот мир лучше. Очень идеалистично смахивает на юношеский максимализм. Но однажды ты повзрослеешь немножко, станешь чуть-чуть реалистичнее. То, что у меня сейчас есть, то, что я буквально держу, это чувство, с помощью него мы можем изменить многое. Возможно, растя лучших детей, мы и делаем мир лучше. Будучи очень внимательными к ним. Да, вероятно, так мы меняем этот мир. Вместо написания панк-рока, возможно, нам следует быть хорошими людьми. Я хочу быть с семьей, когда они нуждаются во мне. Да, именно так. Самая панковская штука в моей жизни. Она хочет, чтобы мы перестали ругаться. Думаю, скоро она все деньги у меня заберет. Типа я у нее на счетчике. Как только ты, черт возьми, она сразу папа. Я имел в виду хреново, плохое слово, хреново. Хрен вообще это словарное слово. Думаешь, кто-нибудь запретит слово «фак»? Хоть кто-нибудь? Не думаю. Вокруг полно людей, которым есть что сказать. Они не могут точно выразить свои чувства. Давайте уже разорвем этот языковой барьер. Да, «фак» объединяет нас. Соседи, идите нахуй. Почему? Не знаю, они тут рядом. Не пойму, что происходит. Звучит, как будто кто-то фыркнул. Я не кошак. Первый раз за мою жизнь я стал вести себя как примерный папа. Это нелегко. Единственное, что я ему не даю, это апельсиновый сок. Он фонтанирует им, когда выпьет. А ты бегаешь вокруг него с ведром. Странного цвета его рогня. А ты спрашиваешь себя, а это что за нахер, оттенок зеленого? Я хочу себе волосы такого же. И никогда не буду таким старым, как Дела. Я обещаю себе. Можно спросить, сколько вам лет? Конечно. Сколько вам лет? 38. Нет, 58. Я знаю, я вас опять одурачил. Ха, все в порядке. Нормально, пойдем отсюда, пока еще чего не случилось. Shit. Let's go.
God damn it. Озвучено по субтитрам Red Hair Boy и Желтый.